Вот война, наступление, лыжный батальон, наступает привал. Ну и, значит, один из бойцов обращается к командиру. Товарищ командир, тут в 10 километрах деревня моя родная, а я уж третий год ни жены, ни детей не видел. Можешь я быстро мотанусь? Тот говорит, ну успеешь? Успею. Ну, давай. Тот сбегал, побыл, прибежал, обступили его друзья-товарищи боевые. Ну и спрашивают, что, как там, как дома? Дома все хорошо, дети хорошо, жена хорошо, все дела. А вот угадайте, говорит, первых два дела, которые я сделал, когда пришел домой. Ну, первое дело, конечно, всех, жену давно не видел, понятно. А второе дело, гадали, никто так и не угадал. А он говорит, ну что же, братцы, но вторым делом я, конечно, лыжи снял.